Всем снова привет! Я продолжаю прохождение игры Готика. Мы тут находимся сейчас в старой шахте. Я продолжаю свое путешествие по ней. Такое со мной больше не случится. Так, давайте поговорим-ка с этими. Что тебе известно о ползунах? Что ты знаешь о ползунах? Где-то в шахте у них есть логово. Если бы мы только узнали, где именно, мы смогли бы уничтожить их раз и навсегда. Ясно. Да хранит тебя спящий. Все они про своих спящих говорят. Как жизнь? Как дела? Неплохо. Охотимся на ползунов. А заодно и рудокопов защищаем. Недовольных нет. Отлично. Основная значит. Наша задача — это добывать слюну из челюстей этих ползучих тварей. Из нее гуру Коргалом готовит магические эликсиры. Но это я уже знаю, что он из нее эликсиры готовит. Ясно. Бесплатно так, я вижу, меня не может никто этому искусству научить. Давайте-ка поднимемся наверх к тому чуваку, чтобы он научил добывать слюну ползунов. Интересно, а в этом что-то... Отдадим уж ему одно очко обучения. Жаль только он там на самом верху. Потом еще опять вниз спускаться. А, ну да ладно, пошлите. Слушайте, вы уж меня извините, пожалуйста, за то, что звук игровой в прошлый раз слишком громкий был. А этот голос мой тихий. Я не знаю, что делать. Я тут уменьшил как следует на этот раз громкость записи со стереомикшера. Может, на этот раз будет нормальный звук. Микрофон, наоборот, увеличил. Кстати, в прошлый раз, когда я устроил голосование, снимать мне ритмы или нет, пока нету на данный момент ни одного голоса против. Но посмотрим еще, что будет дальше. Если что, я уже готовлю свой первый ритм. Или пуп. Ой, да какая разница? Мне тут один... Мне тут один болван комментарий написал. С какой ты планеты свалился? Рутпы. Не рутпы, а пупы. Так, во-первых, не рутпы, а ритпы. А во-вторых, ритпы, пупы. Да какая нахрен разница? Ты можешь научить меня добывать слюну ползунов? Для начала делается глубокий надрез. Это, наверное... А ты как думал? Ты видел когда-нибудь Коргура Трехпалого? Всем известного охотника на ползунов. А, погоди, это же было еще до того, как ты появился здесь. Ладно, тогда продолжим. Нужно сделать надрез вокруг слюных желез, оставляя довольно большой промежуток. Ты знай, я уже понял. Увидимся. Да пробудь. Ладно, идемте назад вниз. Так что, в общем, ритпы я делать буду. Или пупы. Ой, да плевать уже. Я их привык ритпы называть. И мой первый ритм будет ритмом на мультик «Сказочный патруль», потому что я смотрел в Ютубе, ни один нормальный ритм не сделал. У меня будет уже нормальный. Там просто монтаж сделали, и ничего, ни мемов, ни матюков, ничего нету. А я уже сделаю как следует, с различными мемами и матюками. Ой, ну и плевать. Я не знаю, конечно, как правильно говорить, мем или мем. Я обычно мем называю. Да, похоже, ты прав. Давайте туда заглянем. Хотя туда заглядывать нечего, там находится одно из логов ползунов. Но основное лого ползунов находится внизу. Вон, видите, ползает гигантское насекомое. Это и есть ползун. Мой меч, конечно, для него еще слишком слабый. Пока я не могу на них охотиться. Было время. Сами смотрите. Видите, они меня одним ударом уже убили.
Поэтому давайте спускаться ниже. Я посмотрю со стороны. Больше не хочу слушать эту музыку. Грибочки вон тут. Стражник охраняет. Вот тут еще одно логово ползунов, то, про которое нам говорил этот Алиф. Здесь он говорил, можно найти зелье. Только его ползуны охраняют. Мне туда пока тоже нечего идти. Я знаю одну пещеру с ползунами. Так вот, там лежит один, я уже говорил, крутой лук. Выманим ползунов, с ними разберутся стражники, а мы спокойно заберем лук. Или можно просто пролезть сквозь ползунов, забрать лук и смотаться. Попробуем сделать так. Тогда и ползунов сохраним, опыт потом наберем. Все, спустились в самый низ. Что ты здесь делаешь? Я охочусь на ползунов. Ну понятно, здесь все. Ты можешь рассказать мне, как охотиться на ползунов? Что ж... Здесь есть только одно правило. Когда ты видишь перед собой ползуна, здесь атакуй все, видимо, его первым так быстро, как только сможешь. Твое бесстрашие и отвага сослужат тебе хорошую службу. А это должно быть плавильня. А тут плавильщик Вайпер, про который рассказывали. Вайпер. Имя какое? Похоже на Вейпер. Оркраб. Поговорить с ним нельзя. Поговорим с плавильщиком. Я слышал, что ты плавильщик. Ты должно быть плавильщик. А ты умный парень, как я посмотрю. Ну-ка. Говорят, что вы переплавляете только часть руды. Я слышал, что в шахте переплавляется только часть руды. Когда-то мы переплавляли всю руду. Но Гомес и маги решили, что так не пойдет. Несколько недель они что-то здесь изучали, рассматривали руду и все остальное. Они несли всякую чушь и совали свои благородные носы в те вещи, о которых не имели ни малейшего представления. Ясно. В итоге мы стали переплавлять только часть руды, а маги сюда больше не показывались. А я вам скажу, для чего руда. Маги воды собирают эту руду, чтобы собрать огромную рудную гору и взорвать ее. Они считают, что этот взрыв уничтожит барьер. Ха, наивные. Если бы они только знали истинную причину, они бы вообще этим не занимались. Ты можешь дать мне руду? Если у тебя есть что-нибудь взамен. Сколько у него руды? Я уже говорил, что набрал побольше мяса. Сейчас мы за это мясо и руду возьмем. Больно долго. Сто 150 кусков. Нехило, конечно. Ладно, мне еще нужно шахту исследовать. Этот да пробудится спящий. Только про спящего своего. Вот где-то здесь находится одна из этих пещер. Тут две пещеры, я уж забыл, в какую именно лежит лук. Кажется, вот в этой. Только прихватим факел. И обязательно сохранимся. Где факел? Вот он. А, вон там ползун. Ну, была не была.
засаде. Да-да, это та самая пещера. Сейчас главное не дать ползунам ранить нас. Лук должен быть где-то здесь. Стоп. Может, это и не та пещера. Может, я ошибся. Да, так и есть. Похоже, я все-таки ошибся пещерами. Снова берем факел и идем в другую. Лук должен быть там. Да-да, он здесь находится. Во, костяной лук! Блин, чертовы ползуны. Сейчас главная задача схватить лук, а на ползунов мне наплевать. Давайте на этот раз сохранимся здесь. Да. Стоп, я видел, как он навелся на костяной лук. Сейчас главное его успеть ухватить. Так, все, идите отсюда. Сейчас тут главное. Ой, не тут загрузил, я загрузил финал. Не буду его показывать, чтоб спойлеров не было. Да ё-моё, а! Как же это сложно. Ничего, сейчас мы точно схватим этот лук. Костяной лук! А, ну вот, схватили лук, но не сумели унести ноги. Надеюсь, на этот раз получится сделать и то, и другое. Тут помимо лука ведь еще стрелы валяются. Они тут мешают. Наводится вместо лука на стрелы цель. Костяной лук. Все, ура! Теперь сматываемся. Сейчас я тебя уничтожу! А, за надо было. Пора высечь ноги! Настал твой черед! Ничего, сейчас все стражи разберутся с ними. Ой-ой-ой. Блин, ну вот. Опять придется. Да лук мне нужен, а не стрелы. Да ты... Вместо того, чтобы лук схватить, вперед пошел. Тут вообще управление очень трудное. Что ж ты будешь делать, а? Ничего, это моя сейчас главная цель. Схватим лук, а потом можно отсюда и сматываться. Нет, так дело не пойдет. Давайте, в общем, все-таки вернемся к плану Б. Будем выманивать ползунов. Сейчас я тебя уничтожу! Пора уносить ноги! Блин, вместо одного сразу все вылезли. Ничего, сейчас все с ними разберутся. Ой, они за мной лезут. Где нафиг? Ай, блинский. Мне просто нужна была помощь.
Почему они все за мной лезут? Они отвлекаются на стражников. Сейчас я тебя уничтожу! Пора уносить ноги! Настал твой черед! Пощады не жди! О, готов! Настал твой черед! Пощады не жди! Твой черед! Пощады не жди! Все, два ползуна готовы. А я соберу их челюсти. Меня. Ладно. Двумя ползунами меньше. Может, теперь удастся схватить лук. Да, но тут все еще осталось два ползуна. Не успел. Но да, у меня был шанс. Пока ползун тут кричит на меня. Или шипит. Стрекочет, короче. Все. Блин, догнал меня все-таки, сволочь я такая. Слушайте, вы меня извините, конечно. Сейчас я тебя уничтожу! Остал твой черед! Пощады не жди! Ползунов не дать им меня сожрать! Пощады не жди! Ну, вроде за мной они не гонятся. Проверим, как там дела. А? Да уже всех убили. Еще одна часть шахты, которую я не проверил. Еще один орк. Вот оно, настоящее логово ползунов. Оно за решеткой. Но мы туда пойдем позже. Эй, как дела? Хорошо. Пока никто не стремится выпустить ползунов, и мне не надо никого калечить. А что же скрывается за этими воротами? Ползуны. Здоровые, мерзкие хищники. Их здесь очень, очень много. Но это я знаю, что их очень-очень много. Ну все. А больше здесь ничего нет интересного. Поэтому возвращаемся. Уходим из шахты. Если вы не забыли, нужно отдать список, за которым мы сюда, собственно, и пришли. Да, похоже, ты прав. Не хотел бы я оказаться в его шкуре. Здесь никому нельзя доверять, вокруг слишком много предателей, слишком. Почти добрались.
Все, вот и выход. Добрались все ж таки. Тут ночь уже. Да, похоже, не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Больше не хочу слушать эту ноту. Бросим факел. Убери оружие! На этот... Да ничего, я не собирался вас атаковать. Я достал оружие только для того, чтобы факел сбросить. Он мне тут не понадобится. Я и так тут все прекрасно вижу. Так, по карте мне как раз туда. Но это опасный путь. Пойдем безопасным. Так, а я точно туда иду? Да вроде туда. Попрошайки. Я про них совсем забыл. Сейчас главное не попасться к ним на глаза, а то руду клянчить будут. Она мне самому нужна. Я что-то не вижу здесь обхода. Темнотища слишком большая. А факел я бросил только для того, что он мне в шахте больше нужен, чем тут. Если ты хочешь пройти, тебе придется заплатить 10 кусков руды. Иначе ничего не выйдет, понял? А, ладно. Ладно. Вот твои 10 кусков. Собираю. Спасибо, ты меня выручил. 10 — это не так уж много. Ладно, зато больше они с нас ее трясти не будут. Так, скоро будет домик охотника Кавалорна. Дальше уже и лагерь. В чем дело? Так,
Во-первых, ты можешь научить меня чему-нибудь? Ты можешь научить меня чему-нибудь? А чему бы ты хотел научиться? Подкрадываться. Теперь у нас достаточно очков. Я хочу научиться подкрадываться. Хороший выбор. Это умение пригодится тому, кто хочет незаметно пробраться в чужой дом и застать хозяина врасплох. Если ты немного присядешь, тебе будет легче контролировать тело и видеть, куда ступают твои ноги. Нужно тебя предупредить. Когда ты крадешься, это привлекает много внимания. Постарайся, чтобы тебя не заметили. Запомни это и никогда не попадайся. Ну все, а теперь давайте... Эй, да стой ты. А. Эй, в чем дело? Зачем ты меня... Так. Дай нам тоже поспать. Ну все. Теперь можно спокойно идти в лагерь. Это моя последняя цель. Сейчас главное ни на каких зверей не натолкнуться. А то знаю я их. Ой, да на кого тут натолкнуться-то можно? Мы же всех убили. О, вот и ворота. Отлично. Где здесь Диего? Надо отдать ему список. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Вон он. Мне уже надоело это слушать. Ян передал мне список. Отлично сработано. Это будет говорить в твою пользу. Ну и хорошо. До встречи. Еще найти того чувака. Вот он. Ты зависит от... Теперь можно обучиться вскрытию замков. Я хотел бы знать, как вскрывать замки. Я ничему не смогу научить. Стоп, чё, у меня 5 очков не хватает. Ладно, что ты будешь делать? Ну ладно. Думаю, на этом все. Если кто-то забыл, ссылку на скачивание игры ищите в описании под первой частью ее прохождения.